Приветствую всех на сайте нашего сервиса. В данном видеоуроке я покажу вам, как работать с CSP-менеджером. Итак, для начала давайте сгенерируем скрипт. Давайте здесь укажем в качестве вайта главную страницу Яндекса. А в качестве offer page укажем данный сайт. Гео выберем ru и нажмем сгенерировать файл. Сохраним его. Теперь перейдем непосредственно в CSP-менеджер. Итак, здесь у нас есть файловый менеджер. Перейдем в папку vv. Здесь уже прицеплен тестовый домен. Вот он. Давайте посмотрим, что там у нас. Как мы видим, здесь тестовая страница хостинга. Давайте удалим этот файл. И загрузим сюда наш файл. Нажимаем upload. Выбираем файлик. index.php. Окей. Файл загружен. Давайте обновим страницу. И как мы видим, здесь страница настроек. Можем проверить наш white page. Можем проверить наш offer page. И необходимо отключить режим настройки. Для этого в данной строчке нужно on поменять на off. Сохраняем. Смотрим. Загрузился наш offer page. Если здесь мы выставим запрет на RuGeo, то мы сможем попасть на наш white page. Если вы используете внешний white и offer, то на этом, в общем-то, и все. Я хотелось бы вам еще показать, как использовать локальные white. Для этого давайте создадим папку. Назовем папку white. Окей. И загрузим сюда предварительно выкачанный white page. Вот этот архив. Окей. Файл загружен. Его необходимо извлечь. Извлекаем, удалим лишние файлики, чтобы они нам не мешались. Файлы нашего white и скопируем их в папку white. А папку с именем шаблон удалим. Теперь вернемся в наш индекс. И здесь укажем в качестве white. White slash index.html. Сохраним. Обновим страницу. Ну, как мы видим, white открылся, но криво. Давайте посмотрим, в чем здесь ошибки. Откроем консоль. Это кнопка F12. Обновим. И как мы видим, здесь куча ошибок. Все, что красное, это ошибки. Давайте посмотрим, куда они ссылаются. Ну, как мы видим, путь вот такой. Оно наш white загружен в папку white. Соответственно, здесь нужно добавить white. Все сразу же работает. Давайте это сделаем. Открываем индексовский файл. Копируем код отсюда. И редактировать будем в любом текстовом редакторе. Assets заменяем на white assets. Нажимаем заменить. Все. Копируем код. Возвращаемся сюда. Вставляем. Сохраняем. И обновляем нашу страничку. Как мы видим, в целом все загрузилось довольно неплохо. Почистим вкладку Network и проверим, есть ли еще какие-то ошибки. Есть один файлик, который неправильно указан. Посмотрим. Здесь white и два раза добавился white, просто потому что здесь два раза используется папка assets. Давайте найдем его в самом индексовском файле. Вот он. И удаляем здесь лишний white. Еще раз скопируем код. Откроем индекс. Ставим. Сохраним. Вернемся сюда. Очистим консоль. Обновим. Дождемся загрузки. Как мы видим, ошибок больше нет. Все, white настроен. То есть теперь у нас в качестве white указан наш локальный white. Это самый лучший вариант. В качестве offer указан внешний offer. Также вы можете загрузить локальный offer page. Настраивается он абсолютно так же. Давайте здесь выставим наше гео и проверим, что действительно все работает. Еще раз обновим страничку. И мы попадаем на наш offer page. На этом работа с CSP менеджером и локальными white'ами закончена. Теперь вы можете с легкостью все настраивать сами. Спасибо за внимание. Будем на связи. Всего доброго.